они. Да, видно. Коллеги, ну вы, насколько вы знаете, ЮНЕСКО на глобальном уровне помогает правительствам по всему миру совместно с другими партнерами разрабатывать дальнейшие шаги по саммиту по преобразованию образования. В дальнейшем я буду это называть ИСПО. Ну, господин Исанов уже говорил о том, что президент сделал национальное заявление от Кыргызстана осенью прошлого года. Я вернусь к этому заявлению еще раз. То есть сейчас уже конкретно были разработаны дальнейшие действия в виде руководства по поводу того, что делать после того, как уже сделаны заявления на международном уровне от имени Кыргызстана. Но руководство по дальнейшим действиям мы уже перевели на русский язык. Я поделился в электронном формате с организаторами этим руководством. Вот поэтому у вас есть возможность получить это руководство. Но что вообще означают дальнейшие действия ИСПО? Как вы знаете, государства-члены обязались принять меры по преобразованию своих систем образования, и уже конкретно на международном уровне разрабатываются конкретные действия по приоритетам заявленным. Но здесь вот вы видите, что очень важно говорить о том, какие действия будут происходить на местах, то есть в классе, и на основе учителей, опыта учителей и учащихся, то есть непосредственно субъектов, которые отвечают за образовательный процесс. Но вот здесь я уже поделюсь этой презентацией, вы сможете более конкретно ознакомиться с заявлением Кыргызской Республики, которое есть у нас онлайн. Это глобальные, на экране глобальные области реформирования ИСПО. Вы видите, что это инклюзивные, справедливые, здоровые школы, о котором говорили предыдущие спикеры. Это навыки, жизненные навыки для устойчивого развития. Приоритет номер три очень четко говорит об учителях и педагогической профессии. Ну и вот постковидное, во время ковида мы очень четко ощущали на себе необходимость цифрового обучения и трансформации. Ну и, конечно же, финансирование образования, о котором говорил заместитель министра образования. Это очень тоже важно, и мы очень рады констатировать факт, что Кыргызская республика финансирует область образования на должном уровне, даже вот превышая все индикаторы от ВВП. Но вот в на экране вы видите 5 приоритетных областей. Вы помните, что в прошлом году многие из вас участвовали в национальных чтениях, они проводились на региональном и на национальном уровнях. Я не буду их зачитывать, вы видите, что здесь мы постарались отразить некие вот внутри этих приоритетов, приоритеты, которые были определены рабочими группами, и потом были заявлены президентом во время саммита. Это 5 приоритетов, с ними конкретно вы можете ознакомиться в заявлении на онлайн. Но я, может быть, вернусь к руководству. Руководство подготовлено, то есть руководство специально подготовлено для всех игроков на международном уровне, которые
которыми было сделано заявление через правительство стран, ну, в нашем случае это правительство Кыргызской Республики. Здесь уже расписаны конкретные шаги по поводу того, что нужно сделать после того, как сделано заявление. Государства-члены могут принять решение разработать дорожную карту. В этом документе добавлены два приложения. Вы видите, что приложение номер один предлагает ключевые вопросы, которые помогут разработать план сектора образования. В приложении номер два есть схема дорожной карты. Ну, кратко пройдусь по стратегическим принципам. Вы все знаете, они не изменились. То есть первый принцип – это активизировать общегосударственный подход и участие всего общества. И очень приятно, что управление при администрации президента Кыргызской Республики координирует этот процесс на национальном уровне, потому что на самом деле это не только Министерство образования, но и другие структуры правительства. То есть здесь участвуют не только ряд министерств, но также участвуют неправительственные секторы. И вы видите, что очень важно руководствоваться общегосударственным подходом и подходом всего общества. Очень приятно видеть, что сегодня на этой встрече присутствуют представители этих структур. Сосредоточиться на решении проблемы неравенства и неравенства, о котором мы уже говорили. Но вот я бы хотел заострить внимание на связывание глобальных, национальных и местных приоритетов. Очень важно вовлекать и расширять возможности субъектов местного уровня и местные органы власти, и также активно вовлекать молодежь и студентов, потому что вот предыдущие спикеры говорили опять-таки о том, что все это делается для будущего поколения Кыргызстана, и нам очень важно, чтобы они имели, делали свои предложения и, как говорится, вносили свою лепту в этот процесс. Принимать активное участие в работе с молодежью, но вот я уже об этом говорил, привлекать и вовлекать молодежь в качестве активных проводников перемен, укреплять и трансформировать существующие механизмы и структуры. Очень важно здесь заметить, чтобы то есть, постоянно возникают какие-то параллельные процессы, и нам важно, чтобы мы строили и взаимодействовали уже на существующих, существующими структурами и не строили параллельно. То есть, если есть существующие планы, то необходимо, может быть, их пересматривать и каким-то образом приоритизировать те моменты, которые были заявлены в национальном заявлении СПО от Кыргызстана. Ну и использовать фактические данные для формирования политики и практики. Представители министерства, заместитель министра говорил уже о том, что готовится, постоянно мониторится прогресс по ЦОР-4. Вот, и очень важно строить именно, смотреть на исследования, которые были проведены внутри страны, и сбор данных по мониторингу ЦОР-4. В этом руководстве также говорится о рекомендуемых стратегиях и инициативах помощь правительству. Но вот о схеме мониторинга с указанием ответственных, это очень важно. То есть на уровне правительства очень важно понимать, что мониторинг ЦУР необходимо, и ЮНЕСКО на глобальном уровне, ну, в частности на региональном уровне,
Мы провели уже две встречи в декабре прошлого года, и в начале этого года онлайн и face-to-face были проведены встречи с помощью Института статистики ЮНЕСКО, как измерять индикаторы PADSUR4 и мониторить эти индикаторы. Были уже представлены руководства от Кыргызстана, присутствовали представители Национального статистического комитета и также представители Министерства образования, которые, я вот вижу их среди участников данной встречи. И уже в декабре необходимо будет представить вот мониторинг, насколько Кыргызстан выполняет ЦУР-4. От нашего региона Казахстан уже представил данный отчет. Если будет необходимость вот в технической поддержке, то ЮНЕСКО всегда выступает с помощью, опять-таки, Института статистики, который находится у нас в Канаде. Мы предлагаем техническую помощь, если возникают те или иные вопросы. Контролировать исполнение обязательств с помощью существующих механизмов, проанализировать и адаптировать существующие информационные системы управления образованием. Ну и вот я уже говорил об этом, что нужно содействовать проведению качественных исследований, которые мы проводим не только с помощью доноров, но также и местные институты проводят различные исследования ЦУР-4. Работа с молодежью, я не буду повторяться, это очень важно, то есть вовлечение молодежных организаций, учащихся, учителей, обсуждение итогов мониторинга, то есть проводить итоги мониторинга, и необходимо также освещать, какой есть прогресс и где необходимо, может быть, приоритизировать те или иные направления, заявленные президентом Кыргызстана PADSUR4. Это тоже очень важно. Ну и подкреплять требования к ответственности предоставлением соответствующей поддержки. Это очень важно, чтобы мы не только требовали, но также поддерживали те органы, которые так или иначе участвуют вот в мониторинге и мониторинге ЦУР-4. Но также важно сказать о том, что на глобальном уровне есть уже несколько инициатив, вы их видите на экране, к которым Кыргызстан может присоединиться. Эти инициативы непосредственно связаны с выполнением ЦУР-4 и трансформацией образования на глобальном уровне. Не нужно забывать, что главный лидер СПО – это, конечно же, правительство Кыргызстана. И на уровне ООН эти процессы активно поддерживает страновая группа ООН. Но техническую поддержку оказывают два агентства – это ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ Кыргызской Республики. И также резидент-координатор ООН, которая этим процессом заведует. Ну, я уже говорил о глобальных инициативах СПО, которые я покажу на следующем слайде. Также есть региональная поддержка. Наш региональный офис поддерживает ЦУР-4 по нескольким областям, и наши коллеги из Министерства очень активно участвуют. Ну и, конечно же, есть руководящий комитет высокого уровня на глобальном уровне, который разрабатывает всевозможные документы, в том числе данное руководство. Но вот я бы хотел сказать о глобальных инициативах. Кыргызстан уже заявил
свое участие в партнерстве в интересах экологизации образования. Вы знаете, что к 2025 году нам необходимо будет включить образование по изменениям климата в образовательную программу по всему Кыргызстану. И в этом году от имени министерства у нас будут участвовать представители на глобальной встрече. И 27 октября у нас будет организована встреча по ООР с помощью, под лидерством Министерства образования. Вот, поэтому, если кого это интересует, мы можем предоставить эту информацию. Вы также можете поставить это в Google и более конкретно узнать об этой инициативе. Доступное цифровое обучение для всех. Это также глобальная инициатива. Образование в кризисных ситуациях. То есть здесь тоже есть всевозможные инициативы. Вы видите на экране, я потом поделюсь уже этой презентацией, вернее, организаторы поделятся этой презентацией. Также есть коалиция за развитие основного образования и глобальная платформа за гендерное равенство и расширение прав и возможностей девочек и женщин посредством образования. Коллеги, если у вас возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться в наш офис по e-mail. У нас также есть коллега, которая занимается этими вопросами в Кыргызстане. То есть мы также поделимся данными e-mail'ом нашей коллеги Аиды Бекташевой. Поэтому, если у вас будут вопросы, спасибо, пожалуйста, большое.